Алкоголь, энергетический напиток и курительная смесь. Употребленное все это вместе стало настоящим смертельным коктейлем для одного из жителей города. 23 января в одной из квартир по улице Дзержинского собралась компания молодых людей. Эта посиделка закончилась трагически. Погиб 18-летний парень. А по городу тем временем стал распространяться слух, что от передозировки наркотиков умер школьник. В Следственном комитете эту информацию опровергли. Уснули, а проснувшись, обнаружили одного из своих товарищей мертвым. Видимо, это и породило волну слухов о том, что молодой человек умер от передозировки наркотических средств. Значит, в настоящее время Следственный комитет располагает достоверной информацией о том, что причиной смерти молодого человека явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей желудочными массами и возникшая в результате этого дыхательная недостаточность. Значит, в ходе проведенной проверки нами будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе и было ли в содержимом этой курительной смеси, присутствовало ли в содержимом курительной смеси наркотические либо какие-то другие сильнодействующие вещества.